Татами приглашается Дмитрий Арсений. Готовится к поиску его. Во втором круге он сделал второй. Второй. Ой, в первом круге второй. Сейчас первый. А сейчас первый. Оценки 6-7, 6-8, 6-8, 6-9, 6-8. Оценки 6-7, 6-9, 6-9, 6-8, 6-9. Общий балл 26. На татами приглашается Грузденко Артем. Готовится Шаповалов. Оценки 6-7, 6-8, 6-7, 6-8,
6-9. Оценка 6-8, 6-7, 6-8, 6-9, 6-8. Работает. Скоро.
Оценка 6-9, 6-9, 6-8, 6-9, 6-8. 6-8, да? Да. 7-0, 7-0, 6-8, 7-0, 7-0. Правильно, только одна? 6-8. Нет, универсальность.
Общий балл 21 балл. На татами приглашается Тутова София. Пока там флажками машут табличку, они захватили командный пункт, рисуют оценки, какие хотят. Красавцы. Ну, если никто не захотел рисовать себе оценки. Ладно, я еще не построю. Вам Грузденко сказали? Что? Я говорю, Грузденко какой-то? Да я пошутил. А, я пошутил. На меня-то они уже слышали. Не-не-не, они ничего плохого не говорили. Никогда. Это буква София, да? Ну, ничего, не говори. Да? Ничего. Ну, правильно. На табличках-то не я. А там не важно, что выкидывает. Важно, что запишет. Оценка 6-9, 6-7, 6-8, 6-9, 6-8. Девочки закончили, уже 10-11 лет, начинаем мальчики. Готовятся мальчики 10-11 лет. Василий Игорь. Результатом второго круга финал проходит девочка 8-9 лет. Сюзанна Вадяна, Тюкачева Мария, Рун Лена, Марганова Алина. На татами приглашается Василий Игорь. Оценки 6-8, 6-7, 6-8, 6-7, 6-7. Так, 6-7 и 6-8, 7-8. Общий балл 22. Готовится Татьяна Алексеевна.
нас 8-9 лет. Финал и жизнь. Финал и оценка 6-9, 6-7, 6-8. Так, 6, 8, 6, 8. Общего 24. А так, когда хотят? А, нет, конечно, в 9 часов на взвешивание. 9 часов на взвешивание. 9, ну, взвешивание. Хорошо. Потом кушать. Так, 8-9 лет, третий круг. А мы сам делаем. Сейчас Саша ждет. Чтобы не затопили. Оценка 7-0, 7-0, 7-1, 7-0, 6-8. Девочки, соответственно, там же. Старше, что они сами разберутся. А на хата круг по. Разборки. Ты видел что? Нет, там просто Аня. Дата группа выходит, но они прям до финала выходят, три раза будут ходить, то есть два раза. Оценки 7-0, 7-1,
Серега. Я уверен, что вот этот мальчик, который выступает, тоже не пройдет, судя по его выступлению. Нам нужно будет еще троих. Раз-два мы отлетаем. У нас остается раз, 21, 21, 21. Спор между вот этими. Кто из них идет? Смотрим минимальное количество. Сейчас подожди. Забыл это. Я очень люблю. Ой, оставить максимальную оценку сначала смотрим. 6-9 это правило. Так, 6-9 состоит от 7-0. Отставить вот такие. Вот это вот. 7-0. Сейчас засунули. 6-8. Я уже не стал. Возможно, мы начинали данные. Я понял основной и не стал дергаться. Единственное, что по пункту надо проверить. Хорошо. Если у вас есть правило, 13 лет проходят. Качанов Алексей, Танцев Даниил, Катаев Константин, Садарчук Андрей. Радарами приглашаются Кирилл, готовится Готовятся мальчики.
12 лет. Коротков Игорь. Интереснее, как это проходит, чем в прошлом году. В прошлом году вообще такой велотекущий такой коммунизм был. Это так обижается. Готов Игорь. Готовится Лайна Никита. Ну что, когда организация работает, коллективно растет. В зале было унылое, половина света не горело. Четыре человека ходили, всю дню было на свободе. Чем? И все, кто были, там еще пытались поделиться, у кого были не точно. Кто кому что не говорил. Thank you.
Начало снижаться.
Готовится Наталья Ирина. Оценка 7-1, 7-2, 7-1, 7-0, 7-1. Оценка 6-9, 7-0, 6-9, 7-0, 6-9. Оценка 6-9, 6-9, 7-0, 6-9, 6-9. Общий балл 27. Да.
вообще? Продолжение следует...
Все же есть, да? Можно было посмотреть. Потом и здесь, и там прямая трансляция. Ага. Сейчас, потому что это принципиальный момент. Да. Люди в целом просто не ходят, прямой идут. Оценки. 6-9, 6-8, 6-7, 6-8, 6-8. Ставится выше балл тем, кто по прямой линии ходит. И через 9, да, он идет. Причем тренером команды. Общий балл 24. Это Аня. Аня, да? Давайте соберем, наверное. Анна Олеговна. Судим собраться. Главное, что здесь просто. Все идут по прямой линии.